На ближних дистанциях с Глока очень удобно стрелять с Бёрстфайра. Сами видите. Что касается средних дистанций, то тут лучше всего стрелять из Глока по одной пуле. Дальние расстояния сделаны не для Глока. Из ESP попасть в хедшот на дальних расстояниях гораздо проще. На ближних дистанциях из ESP лучше всего стрелять очень быстро. На средних дистанциях лучше не торопиться и стрелять по одной пуле четко в голову.